Так. Ну, субъективно ничего не поменялось. Вот честно скажу. Хотя, возможно, я ошибаюсь, потому что evasion возрос. Фреймов уменьшил. Да, 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 слушайте, побыстрее стало, да, побыстрее, явно побыстрее. Прям. Вот сейчас вот, когда начал быстро кувыркаться, это видно. Ладно, ладно, пойдемте. Юф, я думаю, побегаем в God of War. Надо чуток побегать. Номя, ты тут? Номич куда-то отошел. Не-не, я как обычно. А, я понял, с выключенным микрофоном. Да. Понятно. Слушайте, ну, кстати, она двигаться стала очень. И щит... А, вот, да. Сейчас она успевает поднять щит, как в первой части прямо. То есть прямо как в первой части перед ударом. Блин, 20 агилы, да. Слушайте, да что ж будет на 40-то, интересно? Просто разрыв идет. Агилку обязательно надо будет качать. Это Блэк Фантом там не появился у меня, который должен был. Да подожди. Куда-то он пропал. Здоровый тролляк-то который. Так, лайфгемы есть. А главное, все быстрее происходит, ты заметил? Да. Удары, бэкстабы, все. Чем, чем больше агил, чем быстрее парирование. Ну, возможно, да. Так и есть. Так, нет, это сейчас прибежит опять за мной. 100%. Пойдемте-ка наверх, почистим. Вот этого господина. Да, ну парирование сейчас стало полегче делать. Действительно, ребята правы. Добивание на земле, да, вот оно есть. Вот это вот добивание на земле было. Да, ребят, полегче стало делать, действительно. О, деревянная стрела. Добивание на земле, деревянная стрела. Так, все, поехали дальше. Аккуратно. Сколько здесь людей-то полегло? Тут, да, тут, смотрите, ловушка сейчас будет. Как фармить Dark Orb? Смолит, я думаю, что за ковенант будет доступно. Ведь они же там написано, что ограничено. Количество Dark Orb ограничено. Там же там прям четко сказано про это. Так, ну нагрели мы много, поэтому надо быть аккуратнее. Да, и стаминка прям хорошо стала восстанавливать. Смотрите, скорость восстановления стамины прям... Блин, нет, вот 20 это, конечно, круто. 20 это очень круто. Так, 2300. Что у нас тут? Еще лайфгемы, да? Стрел мало. Сейчас мы Блэк Фантом будем с лука убивать. Там у нас впереди он стоит. Господин. Ой, как она быстро пуляет стала. Она просто как из автомата стреляет. Как амазонка в Диабло. Так, ну-ка, тонкий момент. Подождите-ка. Так, этого нет. А если подержать? А, нет, то же самое. То есть на натяжении не роляет. Очень быстро. Она как из автомата стреляет, народ. Просто сняли одежду магов. Зубы лучников. Секси, я не совсем понял, что ты написал. Так,
Так, прыгнуть вот здесь, да? Сейчас, понятно. Да, кстати, прыгает она теперь, ну, как бы, как сказать. Ну, прыгает, в общем, да. Прыгает она теперь подальше. Кстати, реально подальше стала прыгать. Куда там делся-то? Ну-ка, выходи оттуда. Давай ты вылезешь просто. Так, все, вылез, убили. Сейчас фантом появится, точно. Чё-то нет его? Смотрите, реально нет его. Как так? А может быть он появляется тогда, когда у тебя ХП не полное, ну, в смысле, что ты умер и не возродил. Нет, реально. Не было. Так, ну пойдемте попробуем босса потравить. Ну там будет... А, подождите-ка, я думаю, нелогично, это надо душу слить. Сейчас точно глухнусь. Душу надо слить. На что слить? Я думаю, на ХП. По-любому на ХП. Больше там жизни нужно. Так, побежали сейчас к костру и потом пойдем на босса. Ой! Я, кажется, ошибся, в общем. Вот он, Блэк Фантом. Ой, и сзади еще. Да ладно ж. Да как так-то? Это засада, по-любому. По-любому это засада. Сейчас и сольем душу. Так, Блэк Фантома надо убить обязательно. Там двое. Они не заэвейдерис причем. Они оба идут сюда. Так, обойти мы можем только здесь, да? Обойти мы можем... Да, они за нами идут. Обойти мы можем только вот по этой пещере. Так, ну-ка зажигай, побежали вперед. Сейчас, народ, обойдем. Уклонишь меня. Так, ребята, лучники. Ой, там прям практически Леорик был. В короне. Так, быстро дергаем, пока они не пришли. Быстро дергаем. Давай, быстро дергай. Ага, все. Давай, давай, открывайся, открывайся. Все. Открыли. Фух, повезло. Пока живы. Ой, это некромантия. Некромантия минус. Тихо, спокойно, спокойно. Армия смерти, отстаньте от меня. Спокойно. Ребят, я не хочу с вами драться. Давайте вы просто отвалите. Все, да, и мы открыли шорткат. Отлично. Валим. Валим, валим, валим. 3600 душ, это нельзя терять. Иначе сейчас ГГшечка будет. Так, факел у нас горит. Пускай горит. Да, опасно здесь. Прям, ой, я тут не полутал, что ли, там, блин, как так? Го, все, вагилу. А, ребят, там босс такой, что вагилу там не получится, все. Там как ХП нужно, чтобы еще выжить. Босс такой нормальный. Особенно, когда последнего разбиваешь кастер. Так, ну что, выжили. В итоге выжили. Косточки нет, косточки нет у нас. Так, два Блэк Фантома. Два Блэк Фантома, тут можно пройти. Да, давайте, наверное, здесь пройдем, потому что через пещеру явно быстрее будет, чем там. С этими ребятами диалог вести я очень хочу. Еще лайфгену, да? Ну, поехали. Факел есть, но видите, замена щита как бы идет. Да, вот тут действительно побыстрее пробегать, потому что
Открыли шорткат и будем юзать. До босса здесь реально быстрее. Так, ну давайте кого-нибудь попробуем по Симоне, что ли. Ой. Итак, у нас там, ребят, некромансеры. Значит, три некромансера, обратите внимание. Скелетон лорда они называются. Вот раз, два и три, да? Значит, когда разбиваете, получается так, что вы разбиваете, соответственно, скелетов из них. Есть кастер, есть милишник. Так, ну я думаю, что это будет реально долго. Давайте-ка на лук переключимся, попробуем. 91. Да, стреляет она. Долго целится наша девочка. Опасная. И стрел, я вангую, что не хватит, в общем, стрел, ребят, да. Есть такое мнение, что не хватит. Скелетов там будет очень много. Так, вот это вот сейчас завести. Может, они бэкстап работают? Что? Бэкстап на них? Ну, может быть, кстати. Думаешь, обойди попробовать? Ну, блин, здесь сложно, пока их трое, сложно. Да хотя... их трое, да, как бы они меня, ну, сейчас это... Хотя можно попробовать, что еще делать. Не, ну смотри, их там... Можно попробовать покружить вокруг колонны, вот этой вот. Кастера я не хочу разбивать, нафиг. Кастера реально опасно разбивается. Бафни пушку. Да нет времени сейчас бафнуть, да. Да, это не рыцарем убивать. Тимпл Найт там, он со своей бы этой самой, как его, алебарды уже давно был, раскидал. Ну я их топором убивал. Топором, да. Ну как бы топором там практически не ваншотаешь их, да? Да не, чем не, не. Шортсвордом. Говорят, даже подойти не могу. Пока трое, там вообще привет просто. Так, ну, лайфгем заюзан на один. Так, ну, ловить их на викнессе после атаки. Я думаю, так. Но у меня очень маленький этот самый, как он. Хитбокс у оружия, прям очень маленький. И один другого там помогает. И плюс будет только хуже, когда будут эти самые скелеты. Да, вот сейчас из этого уже вылупится уже. Из этого сейчас, ребята, уже вылупятся скелетики. Я думаю, надо юзать. Но не всех одновременно. Это, конечно, будет очень плохо, если я одновременно разобью хотя бы двух. Вот это надо вкусить. Так, одного нет, это плохо. Точнее, нет, хорошо, потому что второй пока живой. Сейчас ждем, пока из него понавылазит там. Причем будет их сейчас очень, очень дофига. Да, босс этого мы... Вообще, мы тут всех уже убивали боссов. Мы просто за лучницу в первый раз. Такого, конечно, допускать нельзя. Я второго разбивать еще не хочу. Так, а он еще самых дамажит, по-моему, да? Проходите.
Там самый страшный последний кастер, с него Бон Уилл вылезает. Торопиться не надо никуда. Блин. Основная проблема, что их очень много. Один, вот этот уже почти дохлый. Сейчас ждем атаки и... Нет, это вот этот плохой момент был. Нет, так сейчас не надо. Нет, так не надо делать. Почему игра постоянно записи делает? Ну, это так всегда было, ребят. Каждый, по-моему, там сколько? 10 секунд, да? Какой долгий просто. Да, он долгий реально. Он долгий, как бы есть много мест, где можно ошибиться. Не сложно, он просто долгий, ты, Макс, прав, абсолютно. Ух ты ж. Хорошо, хоть это не НГ7+, да, когда там ваншот вот хоть. Снимаю, да, но... Так, ну пока у нас все есть. У нас есть фласочки. Надо добивать скелетов, они уже терпят. Вот, мы, правда, тоже терпим, но тем не менее. Так, да, неудачный момент сейчас был, да. Рыцарем здесь, конечно, просто. Ну, да, свинг большой, как бы размахнуться езди. Тут надо прям мониторить свинги, причем ни одного моба, сразу не знаю. Ой-о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 й, типа, куда ты лезешь? Стамины нет. Вообще нет стамины. Не успеваю восстанавливаться. Они что-то озверели. Они мне разбежались все. Просто озверели. Черти проклятые. Так, вот этот вот отделился от всех. Так, минус один. Хорошо, хорошо. Не потерпел. Дальше. Аккуратно. У нас еще один клиент. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, в демке был босс. Очень похожий на Рунштейна и Смога. Там он сумонил адов. Mirror Knight. Суровый босс очень. Так, ребята, пора юзать. Причем, я думаю, может быть, даже заюзать. Так, они что-то ускорились. Ну тут вот на контр-уклоне надо их поймать сейчас. Вот, да, вот, все. Я... Убивай их из лука, скелетов. Я не успею, Макс, я тебе говорю, они очень быстрые. Она из лука стреляет, как слоупок у меня. Думаешь попробовать из лука? Ну давайте попробуем. Хорошо. Я, в принципе, стрелять? Открыт. Открыт для диалога. Отбежал далеко, единственное, отбежал далеко, выстрелил. Можно попробовать, да. Хотя нет, да, Максим прав. Стратег. Так, окей. Скелета убили. Все, туалет меня. Так, у нас 84 стрелы, ребят. Самое страшное это не это. Самое страшное это долбанный кастер, который вот стоит кастер. Это жесть. Но там... У него там своя атмосфера. Так, с этим все. Так, скелетиков перебили. Давайте дальше. Этого надо ловить. Тихо. Что делаешь-то? Опа, своего же, да? Так, спокойно. Тихо. Отхилиться.
Не надо заниматься такой ерундой. На фул хп сейчас напрягимся. Ничего не делай. И переводим фазу следующую. Не надо. Не в нашу пользу счет явно. У нас камешки кончились. 400, все. Эстус надо беречь, как зеницу ока, ребят. Все, теперь снова на лук переходим. Очень аккуратно. Он сейчас бабахнет. Он сейчас бабахнет, станет скелетом. Так, подходит сбоку еще двое. Я вот когда убивал за этого, за дуал сворцмана, я сделал сколько себе? Два пака скелетов мы сделали случайно. Ну, не знали, первый раз было. Причем, кстати, эти скелеты легче, чем предыдущие. Да. Там вот с теми проблемами будет. Бонвилл, они адовые просто. Да ладно, с луками такие большие проблемы. Да? Да. И надо было огненных стрел взять. Слушай, вот знал бы. Знал бы, взял бы. Ой. Попал мне мат. Со стаминкой надо аккуратнее. Куда ты побежал-то, бро? Понесся, как этот просто. Сайгак. Семь стрел осталось. Попал в меня. Блин, сейчас значит нафаршируют уже. Он их дамажит, ребят, очень слабо, своя уешка. Прям очень слабо. Там, поэтому не особо выгодно это делать. Только если вам надо их сбить. Вот если сбить надо, то да. Так, все, сейчас аккуратно. Одна фласочка пошла. Пока пошла одна только. Все. Блин, ну как так-то я напоролся. Они какие-то озверевшие стали. Носятся как эти. Блин, ну если бы ты за ними бегал столько времени, я бы тоже озверел. Долбанный Викнес вот этот. Рискую я очень. Еще одна фласка что-то должна пойти. Так, надо сейчас отхилиться на последнем. На последнем отхилиться и как бы... ХП не тратить, две фласки оставить на кастер. Давай, иди сюда. Так, с них ничего не, нам не упало, да? Ну, кастер последний у нас сейчас. Так,
раз мечом его убей, не стреляй в него, да? Думаешь, мечом, да? Сейчас. Ну это до потери курса, ты будешь выстрелить, она перевела. Да, 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 да. Там что-то у нас кстати лежит, по-моему. Давай посмотрим, что там за лут сначала. Подожди. Вот тут вот. В бою, конечно, лутать это нельзя. Сейчас после каста. Эсток. Эсток, кстати. А Эсток и могла деть. А, не. Не особо Эсток. Ну, у него скиллинг А. От Декстры. Ну да. Ну, классическая пушка, на самом деле. Так, все, теперь нам аккуратно, короче. Может быть даже. Прикиньте, вот таких разбить сначала, да? Или всех сразу разбить, например? Ну дамажка, кстати, здесь меньше, чем в первой части. Не, ну ты смотри, ангет какая-то, да? То есть как бы, понятное дело, что... Даже пианин дамажили в жесть-то. Да. Не, ну не проблема, да, ребят, опять же, для алебарды слэшева, ну, посмотрите, у нас персонаж легкий, стаминки, стаминка кончается, она все тратит на каст. Вот, да, долбанные колеса. Так, друзья, я напоминаю, что босса мы убили, у нас осталось сколько там? У нас осталось 40 минут, надо попробовать еще одного босса закилять, да, и, соответственно, напоминаю вам про конкурс, который раз, который будет проводиться на 900 подписчиках на ГГМ. В чате будем разыгрывать Assassin's Creed 22 числа. Оператив, да он тут и сейчас есть, то есть как бы онлайн никуда не убирали. А лут? А лута никакого и нет, ребят, лут. Души? Как бы лута, вот вы сами видите, лута нет. Давай агилити еще больше. Еще больше агилити. Надо попробовать, да. Так, ну что, через скелет возвращаемся тогда. Переоденешь же исток. Исток думаешь переодеть? Подожди, давай посмотрим, сомневаемся. Точно ли он будет лучше? Там вон скелет впереди стоит. Причем не один. Так, давай-ка на костер. Я вот что думаю. Стас, не убивай их, ты сейчас. Я не буду убивать, сейчас просто буду, конечно. Нафиг не трогать-то, это же просто трэш. Не босс, это просто трэш. Ой, а некрос встал, кстати, смотри, блядь. Некромансер опять проснулся. Воу-воу-воу-воу-воу. Я не там вышел. Не там я вышел. Не мой троян. Так, 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 дайте пройти. Пройти дайте, слышите, чё? Парни. Сейчас, 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 сейчас. Убежать просто нафиг на костер и все. 9 тысяч, да, потерять не очень. Будет не очень здорово потерять. Cannot use bonfire. Замечательно вообще. Шикардос просто. Ой-ой-ой, меня сейчас тут и запинают. Там их пришло нормально вообще. Так. Один дверь стережет, да, других мочит. Ну понятно, да, не надо было всех шагать. Ладно, хорошо, хоть рядом с бомфаем по померам. Она так глаза к небу вздымает, умирая.